Значит, вот что сделаем. Та ссылка, по которой человек привозил, можешь ты ее открыть? Ну вот он сделал патч, который вот такую вот штуку делает. Да, я еще раз посмотрю. Здравствуйте, моя радость. Ну что, воды забыл? Ну вот у тебя показывает, что у тебя беспроводной сети нет, а видит он только кабельное, ETH0. То есть вот команда ifconfig, она отображает список всех сетей. Если была бы у тебя, значит, Wi-Fi сеть, то показала бы VLAN. Я по телефону балакаю, через Wi-Fi. Ну, я тебе говорю то, что показывает, значит, состояние твоего компьютера. Вот он Wi-Fi вроде бы как пишет здесь, что не видит. А вообще, ты Linux на жесткий диск компьютера поставил? Ставил, так оставил, а вот Wi-Fi, ну, давай так. Перезагрузишься и звони мне с большого компьютера, потому что на большом компьютере настройки-то и будем делать. Открыть страничку вот эту. И плюс еще раз мы проверим команду, что тут у тебя на этом компьютере он видит. Видишь, он у тебя Wi-Fi не видит. Он у тебя видит только проводную сеть. Это вот проводная, это там локалка. А была бы, значит, беспроводная, стояла бы еще VLAN 1 или VLAN 0. У тебя этого дела нету. Смотри сюда. Вот здесь вот должна быть штучка, на которой написано... А, вот оно, что я его ищу-то. Которую мы с тобой, значит, нашли. Вот эта вот команда, да? Это вот... Первая команда, так, вторая и третья. Тебе, значит, удалось практически подключиться к Wi-Fi. Вот и давай посмотрим настройки. На левой кнопкой кликнем. Ага, значит, ты эти команды завел, перезагрузился и появился Wi-Fi. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Вот здесь вот зайдем в настройки. Так. Тут мы угадали. Ты смотри, сид так он и назвал, поспешинский. Вот еще мы можем добавить еще и BSSID. Тоже хорошо будет. Ну ладно, коль так, так, так. В любом случае, значит, проблема с подключением Wi-Fi практически решена вот после введения, значит, вот этой чудненькой команды. Ну-ка, давай-ка мы ее посмотрим еще разочек. Я хочу открыть.
Вот эти три команды ты ввел, перезагрузился, и после у тебя все это дело заработало. Я правильно понял? Если я правильно понял, перейди в русскую клавиатуру и напиши «да». Все понятно. Вот теперь пользователям будет хороший урок подспорья по тому, значит, как подключать Wi-Fi к ноутбукам там, где он не подключается. По крайней мере, команду увидеть. Уже добавил вишенку, уже добавил Рома, так что не волнуйся. Уже добавил. Свежую версию скачаешь, и будет это самое, уже добавлено. Ну ладно, желаю тебе, значит, удачи, молодчина, значит, что это самое, не спасовал перед трудностями. Вот, еще раз, как говорится, тебя поздравляю с этой настройкой и с рождением сына, и привет семье, удачи всем. Ладно, пока, Рома, давай.